Ну что, вот в Кракове мы. Это Вавиль, а это дракон, символ. Так называемый Кракен мы его назвали, раз это Краков, значит это Кракен. Ну это мы так было. Да, Наташа? Да. Ну как тебе? Отлично. Вот. Сейчас он будет зажигать огонь. Каждые 5 минут. Обязательно запишем это дело. В общем, дожидаемся, пока появится пламя. Очень повезло с погодой нам сегодня. Потому что пока мы сюда добирались, кстати, по дороге тоже повезло, потому что ехать, когда дождичек идет, в общем-то тоже по кайфу. Не напрягает, когда очень яркий свет, так спокойно, немножечко все, доехали. Вот сейчас хочется дождаться, пока у него появится пламя. Это происходит мгновенно, бамс, и все. Поэтому надо ловить момент. Да. Сегодняшний у нас круг начался. Сейчас обойдем вот по этому внутреннему кольцу, посмотрим. У нас сегодня за один день надо посмотреть весь Краков. Короче, интересно, конечно, полазить где-то ходить в другом, за камнем, в скалах, все. И, как всегда, есть интересно, буквально через череп, через лист, уже все новые строения, новые здания. И вот так вот на острове, как строили раньше, вот заграждение, да, естественно, стоит уже такой замок. Интересно то, что самые старые постройки относятся к 11 века. Наконец-то, пламя. 11 века, то есть это старое. И это не готика, а я люблю там не готика. Ладно, будем дальше надо. Thank you.